Ребят, перед началом данного ролика хочу вас попросить подписаться на канал, ведь без подписки смотрят более 90% зрителей. Сделайте мне, пожалуйста, подарок на Новый год. Кстати, видео выходит каждый день. Ребят, всем привет, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу пару слов сказать по поводу розыгрыша в предыдущей серии обзора автопарка. Там, к сожалению, набралось очень мало комментариев. Поэтому предыдущий розыгрыш переносим, ребятки, на это видео. И в дополнение к предыдущему призу будет, ребятки, еще один приз, который вы видите прямо сейчас на своем экране. Итак, призом будет являться 350 000 рублей плюс, ребятки, вот это вот Волга. Чтобы забрать этот приз, нужно выполнить простые условия, которые вы видите прямо сейчас на своих экранах. Нужно подписаться на этот канал и обязательно открыть свои подписки. Также поставить лайк на это видео и оставить комментарии со способом связи, например, ссылкой на ВК или Инстаграм. Так, ну что, начнем? Давай расскажешь вкратце вообще, за какое время ты добился такого автопарка, сколько тебе это вообще потратил на это время? Ну, 104 часа. За 104 часа такая большая коллекция? Чем занимался? На процентах поднимал. То есть сделал банковские вклады, правильно? Ну да. Ну понятно. Ты, как ты уже сказал, ты говоришь из Кирова, да, 43-й регион? Да. Ну давай, я так понимаю, что у тебя большинство машин именно на этом регионе, давай расскажи вкратце о каждой машине, будет интересно послушать. Ну, я просто увидел на аукционе и решил его купить. Именно на этом номере он продавался? Да. Какую цену он обошелся? То есть в обычную, как это, на БУ рынке, правильно? Ну нет, вроде бы 6 с чем-то миллионов. А, именно на аукционе, я перепутал с БУ рынком, все, я понял. Ну, в принципе, такой достойный тоже номерок, ЕКХ. Как говорится, рубль 40, 140-й Мерс. Но выглядит на самом деле внушительно на этом Мерсе. Так, понял, давай следующую машину. Это я купил BMW на БУ, а номер потом докупил. Помнишь, за сколько этот номер покупал вообще? 6 миллионов тоже, по-моему. Ну нормально, достойный такой тоже номерок. Full Blood получается, то есть буквы и цифры одинаковые. Да. Ну окей, я понял, давай дальше. Такая уже необычная идет машина, Ford GT, как я понимаю. Покупал с ГОСом и машину, и номер. То есть за донат валюту, правильно, да? Нет. А как? За игровую. Как понять, с ГОСа можно купить номер? Ну, то... на ЕКХ там же можно за 16 миллионов купить. А, все, я понял. Так, ну а сколько вообще эта тачка стоит, новая? 20 чем-то, по-моему. А, ну я думал, что она намного больше стоит. Ладно, понял. Ну-ка, давай про GTR что-нибудь. Этот GTR купил у какого-то ютубера. Уже не помню. Прикольно. Никого не помнишь? Не. Ну окей, было бы интересно ему сейчас посмотреть, что за ютубер. Ну окей, давай следующее. Гелик, получается, тоже Full Blood, твой регион, 43-й. Номер тоже покупал, как и на Ford GT. Угу. Гелик брал новый салона. Понял, за 15 понял. Миллионов. Это получается 65-й у нас, правильно? В предыдущем кузове. Да, такой нормальный гелик. Мне такие как раз нравятся. Ладно, давай следующий уже идет на Вью Урус Ламборгини. Да. Покупал тоже с салона автомобиль. Как, ну, как обнова вышла, я сразу купил. Угу. Тут, я как понимаю, просто идут циферки без каких букв, эти буквы уже ничего не значат. Ну, да, раньше все. Этот номер был на Бентайге, ну потом ее убрали. А, потому что ее заменили, правильно, да? Да, да. На эту машину, да, поменяли? Честно, не знаю, на какую. Ну, окей, ну возможно, понял. Что да. Окей, давай посмотрим, что у нас дальше. Опять идет Ford GT, опять на Full Blood, 88-й регион. Это я купил с аукциона. Решил дополнить, ну, КЭП-90, там такой же номер, только 150 регион. А, то есть такую коллекцию, да, решил своеобразную собрать? Да. Понял, понял. Это сейчас у тебя бэховая в наличии есть, да? Да. Ну, позже мы до нее дойдем. Ладно, давай следующее, это что у нас идет, БХМ-2, как я понимаю? Да. На номерах таких блатных, на 002, тоже такие хорошие довольно-таки номера. Да. Ну окей, в принципе, здесь так все понятно. Давай, что про GTR? Здесь уже идет Full Blood на твоем регионе. Что скажешь по поводу этого GTR? Это я уже покупал с аукциона вместе с номером. Какую цену обошелся, не помнишь? Готовый вариант.
9 или 10 миллионов. Ну, в принципе, нормально, как бы с таким фулблатом номером, в принципе, недорого. Так как я так понимаю, то, что 43-й регион особо спросом не пользуется, как Москва и Питер, например. Ну да. Так, ну понятно, здесь у нас дальше опять же идет фулблат на гольфе. Да. Давай перейдем к следующему ряду, посмотрим, что там еще. Тут уже довольно-таки много машин посмотрели. Давай начнем с гелика. Это покупал тоже с аукциона. Ну, я, так сказать, взял комплектом. Это уже новый гелик, да? Да, G500. Тоже с номером, да, покупал? Да. А в какую цену обошелся? 11, по-моему, миллионов. Ну, нормально, слушай, надо с таким номером, мне кажется, это довольно-таки дешево. Ну, да. Так, окей, давай, что там у нас дальше идет? Шкода Октавия? Да. На таких тоже хороших номерах, фулблат, опять же, твой регион. Ну, у тебя большинство, как я понимаю, да, на твоем регионе тачек? Ну да, в основном. Ну, окей, давай дальше, бумер, что там? Тоже, это, ну, так сказать, в том комплекте. С аукциона покупал. Угу, то есть ЕЕЕ ты собираешь коллекцию на всех цифрах, как я понимаю, да, хочешь собрать? Ну да. Типа на блатных, на одинаковых. Да. Ну окей. Дальше давай, что у нас тут идет МК, М5, Е60 кузов. Да. Тоже на этой на эмочках, на трех семерочках, да. Тоже выглядит достойно. Что у нас дальше идет? X5M новый в новом кузове. Угу. Тоже достойная такая, довольно-таки тачка, прикольно выглядит. М2 у нас опять. Да. На Т-шечках, тоже на трех топорах на твоем регионе, окей. Так, у нас первый, по-моему, АвтоВАЗ. АвтоВАЗа у нас еще не было, первая Нива. Да. У тебя в основном иномарки. Что по поводу этого номера скажешь? Ну, покупал тоже с аукциона. В какую цену обошелся? 5 миллионов вроде. Довольно-таки дорого, мне кажется. Ну да. Ну, понятно. Окей, это что у нас идет? РС-7, по-моему, да? Да, Audi RS7. Да, S-ки тут, в принципе, неплохо смотрятся, и тоже три семерочки тоже довольно-таки неплохо смотрятся. Да. Так, ну все, заканчиваем, значит, твою коллекцию, осталось всего лишь три машины. Вот, Мерс C-шка, правильно, 63-я? Да, C-шка. Выглядит офигенно, кстати, как я люблю, в белом раскрасе, с черной крышей, вообще, прям офигенно. Да, смотрится топ. На трех Ольгах, на трех семерках тоже довольно-таки прикольно. Давай, это что у нас идет? Сильвия, что по поводу нее скажешь? Ну, для дрифта покупал. Ну, понятно, в любой коллекции, мне кажется, есть тачка для дрифта, для драга и так далее. Ну да. Тоже, в принципе, на таких хорошеньких номерах блатных. Так, у нас идет Приора на варах, три семерки на твоем регионе, оперская, как я понимаю, да? Ага. Ну, тоже прикольно. Ну вот, в принципе, закончили обзор на тебя, у тебя получается ник, сейчас я открою Shift 0, Егорка. Переходим к следующему участнику тогда. Итак, ребятки, следующий участник клана у нас идет Сергей Рок. Давайте пообщаемся и узнаем, что за машинки он здесь представил. Здесь всего 5 машин находится, и послушаем, что он вообще скажет про каждую. Итак, Сергей, здорово. Здорово. Ты вообще откуда? Украина, Запорожье. Так, окей, Украине привет. Давай расскажи в целом о своих тачках, как я понимаю, вот эти вот 5 машин. 5 машин твои. Да, это у нас получается BMW M2 на полублатах на 97-м регионе, с клановым цветом. То есть у вас клановый цвет идет серый, да, такой? Да, мы меняли его несколько раз, пытались выбрать, который понравится всем, но вышел вот этот вот. Хотя там было голосование 50 на 50. Ага, понял. Ну, прикольный такой необычный цвет, серенький. Да, довольно-таки приятный. Что там про гелик скажешь?
Так, Елик на фуллблотах. Интересная история. Пришлось выкупить Octavio RS, чтобы СБУ, чтобы получить этот цвет. Прикольно. Да, минус 300 тысяч получается обратно, если... Он такой, как бронзовый, что ли, получается, да? Да, такой бронзоватый, золотистый. Ну да, прикольно, на самом деле, такой довольно-таки редкий цвет. Мне кажется, его довольно-таки сложно будет поймать самому. Думаю, много денег на это уйдет. Ну да-да-да, проще, по-моему, было выкупить, на самом деле, Шкоду. И сразу его взять, раз уж он так понравился. Окей, давай. У нас... Че, про Rolls? Дальше у нас идет Rolls. Машина для удовольствия, чтобы показать, подчеркнуть свою статусность. Да, на самом деле, прикольная тачка. Вот, на медицинских номерах. Почему медицинские? Потому что МРТ расшифровывается как... Точнее, не знаю, как это расшифровывается, но это такая услуга в больницах. А, ну то есть я понял, типа, когда сдают МРТ, да, типа, на это акцент идет. А, ну прикольно тоже, да. Вот, дальше снова идет... А М2 на ЕКХ-шках. Тоже на получает цвет вашего клана, да? Да. Угу. И идет уже дальше стенсовый лупатый на АМР-ках. Прикольный вот, цвет, кстати, у него такой необычный, переливающийся здесь из черного, такой в синеватый. Да, мне тоже нравится. Долго подбирал. А сколько вообще такие вот номера стоят? А такие я брал за донат валюту 300 рублей. А, ну прикольно тоже на самом деле смотрится. 57-й регион, это что получается? Это у нас Орел, я там жил 2 года. А, понял, вот смотрю, почему именно 57-й, это же с Украины, ну окей, понял. Ну так как украинские номера на сервере не ценятся, пришлось... Ну да. Взять какой-нибудь регион, где я жил. Окей, все, на этом получается целый автопарк закончен, да, такой блатной? Да. Окей, давай переходим так к следующему. Итак, ребятки, третий участник данного клана будет у нас Last Wolf. Итак, что же он расскажет? Итак, начнем. Как тебя вообще зовут? Откуда ты? Меня зовут Ваня, я с Оренбурга. Окей, это получается какой регион? 56-й. Окей, давай начнем с первой машины, это у нас Приора. Что по поводу нее скажешь? Что здесь такого особенного? Какой здесь номер стоит? Приора, Бэпан стиль, номера Следственного управления Следственного комитета Питера, как и на Майбахе. Угу, прикольно. То есть это получается, как ты рассказал, до 2008 года, да, по-моему, это было? Нет, это с 2008 года. До 2008 это была спецсерия ОКУ. Сейчас всё. ОСК. То есть это действующая спецсерия, как я понимаю, да? Да. Да, смотрится довольно-таки прикольно. А вообще номера ценятся на сервере? Сколько они вообще стоят? Насчет цены они не распространены, но именно в ЕКХ они уже все выкуплены. Ну, то есть для любителей, для ценителей, кто знает эти номера, они уже давно есть в гараже, правильно? Да. Ну окей, в принципе, два номера мы посмотрели. Давай тогда перейдем к 140-му Мерсу, что по поводу него скажешь. Цвет довольно-таки необычный для него, красный. Красный, бордовый. Пытался сделать имитацию крови. Так сказать, бандитский Питер. Ага, ну да, прикольно. 98-й, это получается старый питерский регион, да? Да. Да, прикольно, довольно-таки выглядит. Необычно, самое главное. Так, у нас следующий идет Audi RS7. Стильненько. Это я как уже рассказал прошлый чувачок, то, что это у вас клановый цвет, правильно? Как она еще была до клана, это еще с обновлением машины у меня находится. Так, ну да, очень популярно. Именно RS7. Ну да, и такое самое главное, то, что буквы здесь довольно-таки прикольные, то есть RRS 777, тоже прикольно смотрится именно на этой машине. Окей, давай перейдем дальше, это у нас что получается, Porsche Panamera в необычном цвете, да? Да, так сказать, буря фантазий. Да, прикольно довольно-таки смотрится в таком цвете и довольно-таки интересно. 56-й регион, это что у нас? Это мой регион. А, все, понял, хорошо. Так, дальше что расскажешь? Ну, это получается с Range Rover 2 подарка. 59-й регион, это Пермский край, это место, где я сейчас проживаю. Подарки, так сказать, друзей. Это Porsche и Range Rover, да? Да. Ну, слушай, такие довольно-таки достойные подарки. Поздравляю тебя с ними. Спасибо. Так, окей, и последняя у нас тачка, получается, из твоего автопарка, это у нас Бэха.
Что по поводу нее можешь сказать? BMW увидел номер, увидел хорошую цену, прикупил как к Панамере. Три пятерки. А, ну, то есть ты собираешь такая, решил собрать коллекцию трех пятерочек, да, такую небольшую? Ну так, начало. Ну слушай, довольно-таки прикольный тоже автопарк, есть такие интересные машины, особенно по покраске меня удивил, то есть есть некоторые машины, которые мне реально понравились по покраске. Я люблю вытекаться из толпы. Ну правильно, все, давай тогда перейдем к следующему участнику, спасибо. Итак, ребятки, завершающий человек в нашем автопарке клановом идет игрок с ником Тедис. Здорово, Тедис, как тебя зовут, откуда ты вообще? Здорово, меня зовут Саша, я из Тюмени. Это получается какой регион, Тюмен? 72-й. 72-й, окей. Давай начнем, значит, с первой машинки. Это идет Бэха. Чего по поводу нее можешь сказать? Ну, покупаю за 20 лямов вместе с номером. Типа фул тюнинг, вся херня такая. Это получается Бэха семерка, правильно? Да. Ну, выглядит довольно-таки стильно. Так, а чего это получается у вас одинаковые два номера? МР 140-й и 007, правильно? На 98-м регионе. Довольно-таки прикольно смотрится, как Бэха, считай, семерка на 007 у нее, а мэр 140-й, соответственно, номер 140 тоже прикольно довольно-таки смотрится. За 5 лямов покупал на БУ. Ну, нормально, довольно-таки достойная цена тоже за такие номера. Что по поводу Жиги скажешь? Ну, типа бупан. Вот такой стиль. Корчок такой. Цвет, кстати, прикольный, довольно-таки необычный, да. Переливающийся. Номер, типа, ничего не стоит. Но все равно номер тоже эмочки, ну, считай, типа, 177-м, да. Пойдет. Типа стиль, типа такой. Так, что по поводу приора, золотая приора, кстати говоря, неплохо выглядит. Ну да. На фулл блатах на 47-м. Этот номер стоит где-то лямов 9, купал. Ну нормально, слушай, дорого прям так, за такой номерок, на 47-м. Поэтому на ней цвет золотистый. Ну да, золотая приора. Чтобы сразу выделялась, понял? Ну да, она на самом деле выделяется поток. Так, дальше у нас идут две Нивы, чего по поводу не скажешь? Ну, этой номер стоит 5К плюс-минус, типа 2 стенс проекта. Этот номер тоже 5-6К стоит. Прикольно, слушай, так без тонировки, со вкусом, с музыкой внутри, как я уже сзади увидел там. Да. Интересно тоже так смотрится. Да, прикольные цвета тоже необычные такие. Так, дальше у нас что, две приоры? Две приоры. На варах, на трех шестерках, 47-й, да. 72-й, соответственно, регион. Да, 72-й мой. Да, прикольно, прикольно. Не стоит, может, ляма по 3 максимум, не знаю, может больше. Ну да, если бы здесь, наверное, были бы другие регионы, они бы, наверное, да, больше намного ценились, да, типа Москва, да. Питер. Ну, типа я сначала на своем регионе купил, а потом решил эту купить, чтобы типа две одинаковых такие стояли, ну типа лежали. Ну да, да, смотрится на самом деле достойно. Так, давай перейдем к следующему ряду, у нас опять идет 140-й. Ну, типа это начало коллекции. War 001. Угу. Ну, типа я покупал его с ГОСа, не знаю, сколько он будет стоить. По 72-й регионе так сильно ценится, он собирает для души. Ну, нормально, на самом деле, вары на таком Мерсе смотрятся вообще прям очень, да. Хорошо, достойно. Так, дальше у нас что идет, лупатый в красном цвете, почему именно, да. Такой цвет выбрал? Потому что стенс проект, чтобы выделялся такой. Ну я смотрю, ты любитель прям стенс и таких необычных цветов, да? Да, заниженных. Да, прикольно, прикольно. Необычный автопарк такой, нестандартный, так сказать. Дальше что у нас идет? Мэрин, Цешка 63. Да. Даже две их. На одинаковом цвете. Вот этот, да. Хам 001 я купил за 2К. Типа. Нормально. Нули я покупал с ГОСТа. Почем брал? Не помню, 300 рублей типа. Ну, нормально, стандартная, по-моему, цена 300 да. Рублей. Окей, дальше у нас что идет? М2, это, я понимаю, опять это ваш клановый цвет, клан, да? Клан-тачка. Да, клан-тачка. Да, да, у всех почти такая, прям не первый раз уже встречаю у вас. Фулл блат номера тоже 47-й регион, у вас тоже много 47-х регионов, прям. Да, все скупают их уже, потому что... Так, дальше у нас что идет? Бэха? Самая дорогая Бэха у меня в коллекции. Сколько она стоит? Ну, я ее купил просто номер за 10 мультов. Нормально, слушай, блатной номерок, такой фулл блат, получается 3А, 3 семерки. Я хочу его на гелик перевесить, чтобы прям вообще
смотрелось. Ну слушай, я опять могу выделить цвет такой необычный, тоже из черного, такой в бронзоватый, золотистый, что ли, переливается. Прикольно тоже смотрится, прям по цветам тебе вообще респект. Ну а Супра стоит, по номеру у нее стоит лямов 6-5 также. 47, опа. Как видишь, опа. Ну ничего страшного, так тут получается ООУ 666 на 47-м опять же цвет, да. Прикольный. Я так понимаю, то, что тачка для дрифта, да, и одна из в коллекции. Да. Ну да, это классический расклад. Так, и последняя завершающая тачка, это что у нас идет? СРТ вроде. Да, Dodge SRT, да. На номерах AMH 777. Такой себе. Ну тут, я так понимаю, чисто на цифрах, да, выводит по буквам, здесь, да. В принципе, ничего обычного, ну, необычного нет. Драги поиграть, покататься. Ну да, достойная тачка для драга, я думаю, будет. Ну да. Ну все, в принципе, спасибо.